хитрость самопрограммирования. Мы рассказываем другим людям про самих себя, и ну, это логично, да, вот профили в социальных сетях, это что такое? Это рассказ про самих себя, мы рассказываем, вот мы такие, вот, вот наш набор интересов. Мы, может, напрямую даже это не говорим, но если мы это как бы делаем публичным, то мы, по сути дела, сообщаем, да. Значит, и вот у нас есть набор таких установок, с помощью которых мы пытаемся другим людям объяснить, кто мы. И вот здесь хитрость состоит в том, что когда мы другим людям объяснили, что мы вот такие, например, искренние, добрые там, и так далее, значит, мы от себя начинаем требовать, сами того не осознавая, чтобы мы соответствовали этому требованию. У нас появляется «я идеальное», которому мы должны соответствовать. И мы постоянно фрустрируемся, потому что ну, жизнь, она сложная, и в каких-то ситуациях искренность и доброта хорошо, а в каких-то плохо. И дальше у нас начинаются моральные терзания, потому что у нас создан вот этот идеальный образ «я», потому что мы про себя рассказываем. Мы же не будем другим людям говорить, что мы там вообще плохие, сякие, пятые, десятые. Мы как-то вот... И дальше у нас получается разрыв. Есть мы настоящие, есть этот идеализированный образ, и в результате внутренний конфликт. Значит, поэтому нужно всегда очень как бы продуманно, как бы, прежде чем вы другим людям о себе рассказываете, вы сначала там, что называется, проведите сокращение избыточного, как Сократ говорил, я знаю, что ничего не знаю. Ну, нормальный человек пришел, понимаете, сказал все, что теперь, какие к нему претензии могут быть. Все, он, как бы сказать, снял как бы необходимость, да, соответствовать статусу главного мудреца Греции там, и так далее. И можно заниматься делом, можно общаться, можно познавать что-то, узнавать, развиваться и так далее. Вот, поэтому всегда думайте, что другим не нужно прямо себя продавать, как этот червонец золотой. Вот. А, сделайте скидочку, вот. А потом уже разберетесь.